Этот праздник для нас, кто здесь собрался, это состояние души. Эти два года, они незабываемы. Они за эти два года из мальчишек нас сделали мужчин. Мы собрались, вот нас 24 человека, вот эта компания. Приехали, начиная от Краснодара и заканчивая Иркутском. Фирдаус Каримов отметить день воздушно-десантных войск в Самару приехал из Уфы. Здесь его встречали сослуживцы, которые после военной службы разъехались по всей России. Каждый год дружная компания встречает этот праздник в разных городах. Десантники говорят, что праздник – отличный повод увидеть старых друзей. Другие ребят приезжают, другие, которых вот не видел 40 лет. Вот подполковник Афанасьев вот стоит. Афган прошел, он был командиром роты 5-й. Новые лица, новые встречи, новые ощущения. И мы с каждым годом становимся все старше и старше. Ни один род войск не празднует так, как мы. Это гордость. Это самое лучшее, что у нас было в войсках и что сделал дядя Вася. Десантников поздравили первые лица города. Военных наградили памятными знаками и грамотами. После чего возложили цветы к вечному огню на площади Славы. Разрешите мне довести поздравительный адрес губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. Поздравляю вас с Днем воздушно-десантных войск. Этот праздник тех, кто глубоко предан Родине. Кто знает, что такое кодекс чести и воинский долг. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Ветераны ВДВ участвуют в социальной и общественной жизни нашего региона. Мы благодарим вас за это. Именно благодаря вашему участию растут сегодня с военным патриотизмом наши дети. Отметили День ВДВ и в военно-спортивном центре «Юность». Юных кадетов поздравили первые лица области. После концерта кадеты прошли парадом. Этот праздник я отмечаю еще с детства, так как у меня, еще раз повторюсь, отец служил в военно-десантных войсках. И как бы уже третий год в этот день, в эту дату я выношу знамя Российской Федерации. Здравствуйте, товарищи кадеты! Здравствуйте, товарищи генерал-лейтенант! Пожелаю вам крепкого здоровья, чтобы вы все хорошо учились, впоследствии поступили в военное училище. Ну а главный концерт в честь Дня ВДВ традиционно прошел на четвертой очереди набережной. Елена Малютина, Семен Безгинов, Василий Колдашов, Максим Гусев. События.